Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A35, и сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, нам нужно открыть камеру. И далее мы нажимаем на вот этот значок. И здесь мы можем выбрать время таймера и проверить, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.